Приветствую вас. Итак, на самом деле, один из ключевых моментов вашей ситуации, как мне кажется, заключается в том, что у вас почему-то, как бы есть такая позиция, что условно, нельзя человека не любить и бить на это. Вот. При том, что вы так делаете, фактически вы так поступаете. Это я сейчас без, ну, без обвинения вам говорю, да, как бы просто вот, вы так, по сути, поступаете. Вот. Тем не менее. Вот эта позиция, она есть. Вот, позиция, что он... нужно любить и быть вместе. Тем не менее, здесь момент очень важный в том, что для любви нужен ресурс. Для любви нужны ресурсы. Для любви нужна... ну, по факту, возможность. Любить. По факту. Возможность любить. Если этой возможности нет, вот, если нет такой возможности, если нет возможности любить, то можно говорить о том, что, можно говорить в таком случае о том, что ну, вы не можете любить, что у вас, ну, не получается любить, что на данный момент, на данном этапе, вам очень сложно, тяжело, вот. Понимаете, да, о чем? Идет речь, что я пытаюсь сказать вам. Вот. Поэтому, как бы, тут очень, мне кажется, важный момент, на самом деле. Вот, и мне кажется, что на него, на этот момент, нужно в первую очередь обратить вам ваше внимание. Что вы хотите, в чем вы нуждаетесь, вот, чего вам не хватает, условно говоря, в чем вы испытываете потребность, такую вот сильную, прямо сильную, мощную потребность, вот. То есть, как бы, плохого в том, что у вас это потребности есть. Нет, это нормально, просто сейчас, мне кажется, вы не обращаете на это внимание, которое эта потребность заслуживает в полной мере, конечно же. Вот, и из-за этого вам так тяжело, вы не осознаете. Вот, не знаете, что с вами не происходит, не замечаете, что с вами происходит, вы пишете. Значит, так, он меня полюбил, я не смогла ответить тем же, просто было приятно находиться, сказать, что люблю, не смогла. Решили расстаться по моей инициативе, а из-за чего вы решили расстаться? Ну, то есть, причина, по которой вы расстали. Ведь можно же было, в принципе, просто оставить все как есть, вот, но почему-то вы этого не сделали, не оставили все как есть, вот. Нет, я не говорю, что вы прямо должны были, я не говорю, но я хочу сказать, что очень похоже на то, что вы боитесь близости.
Вот. И в то же время очень сильно этого хотится. В то же время очень хотится этой самой близости, как бы. Вот. А очень важный момент, мне кажется. Вот этот. Очень важный аспект, как мне кажется. Вот этот. И на этот аспект. И нужно вам обратить свое пристальное внимание. Самое пристальное внимание. Вот. Потому что это, ну, это важно. Вот то, что я говорю. Ситуация, которую вы описываете, вот ситуация, которую вы описываете, связана, как правило, с тем, что человек в чем-то нуждается. То есть, вот, ну, вы нуждаетесь в чем-то. Например, вы нуждаетесь в любви, например, вы нуждаетесь в заботе. То есть, нахождение человека рядом с вами вам что-то дает. Вот это очень важно. Пока вы с ним бы этого не понимали, пока вы с ним бы этого не осознавали, но сейчас вы чувствуете, что вы нуждаетесь в человеке. Это нормально. Абсолютно. Важно понять, в чем именно вы нуждаетесь. И да, и для себя, как бы, для себя рассмотреть возможность нескольких параллельных способов реализации этого, чтобы вы не были зависимы, чтобы не концентрировались в контексте вот, своей активности, да, только на этом. Ну, например, я хочу, допустим, заботы, я хочу там любви, к примеру, да, просто как пример вам говорю. Вот я хочу любви, хочу заботы, вот, но получить это могу только вот, значит, с мужчиной, например. То есть вы говорите, повторяете, о страхе близких отношений, по сути. Вот, и о невозможности их выстраивать. Ну, может быть, вы говорите еще о требованиях, ну, определенных требований к себе в плане там. То, что я должна любить обязательно, то, что я обязательно должна там, ну, что-то испытывать, да, и так далее. Некий такой вот образ, попытка следовать образу определенному в отношениях. Вот. Ну, на мой взгляд, это позиция тоже несколько мешает, конечно. Потому что, ну, извините, не всегда. Ну, не всегда чувство. Вот. Появляются сразу, это не всегда. Они такие, как, ну, например, вы себе представляли. Вот. А у вас как будто бы чувство вины перед человеком. Или страх, или запрет. Вот, чтобы запрет на то, что ко мне может кто-то испытывать там позитивные теплые чувства. Такое тоже может быть. То есть есть ощущение, да, что вы себя обесцениваете, вот, сам, ну, само по себе, а вы себя обесцениваете. Вот это проявляется вот, ну, в том, как вы строите отношения, например, как вы относитесь к себе, например, как вы относитесь к молодому человеку, например, что вы решаете, ну, что вы решаете за него, что вы требуете от себя там того, что
ну, того, что явно не можете, да, на данный момент. Может быть, его все устраивало, понимаете, как бы, то есть, может быть, ему все нравилось, вот. Ведь вы же не знаете, а вы просто взяли и решили за него. Вот я вас не обвиняю сейчас, я просто говорю о том, да, что как бы это позиция вот человека, который обесценивает себя, например, обесценивает свои решения, вот, может делать то же самое и по отношению к, ну, другому. Вот. Вот это уже, в принципе, ну, такая позиция. Логично. С этим нужно корректировать. Вот. Обращайтесь. Будем работать. Поможем вам. Можете устраивать хорошие, гармоничные, спокойные отношения, где, в принципе, будете счастливы, но что важнее, не только в них, но не только в отношениях вы будете счастливы. Вот, удачи вам, всего самого доброго. Я надеюсь, что мой ответ дал вам некоторую пищу для размышлений. Вот, я буду благодарен вам за отклик по моему ответу. Это послужит вам началом вашей работы над собой. Всего вам доброго.